Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест. Будем пробовать и тестировать рогаточку. Сейчас я открою. Вот так вот. Рогатка с СО. Герой действительно очень интересный. Думаю, он нас сейчас удивит, так как у него есть обалденные приспешники, которые дают ему обалденные статы, плюс накидывает окаменение. Ну, в общем, топчик. С бастом, либо с СО. Мы будем тестировать, конечно же, с СО, потому что против них будут топовые герои. Сейчас против нас будут вот такие Сердцеед, Карину, ПБшка, Бигфутик. Ну, на Минотавра мы нападать не будем, смысла никакого нет. Так, с окей. Поехали, выйду для того, чтобы загрузилось все. Поехали практиковаться. Так, я немножко уже выстроил героев. Ну, думаю, тут без вариантов. Посмотрите, что делается. Блин, просто какой-то жесткий трэш. Мне кажется, рогатка должна нагнуть большинство героев. Так, Рину. Интересно, интересно. Я все-таки думал, что Рину ушатает. Так, два приспешника. Да, Рину не так просто убить с СО. Ну, смотрите, что делает. Интересно, кто кого. Рину проседает, причем жестко проседает. Не хватает ему отхила. Хотя Ирина топовая, топовый деф у него. Блин, обалденно. Рогатка, конечно, удивляет. Да, рогатка тащит, ребят. Хорош. Так, надо будет Бигфутика, наверное, немножко поближе поставить таблеточку. Ну, в общем, рогатка затащила. Офигеть. Вот вам и рогатка, ребят. Поехали к следующему. То есть у нас сборка. Кто не видел первый видос, мы тестируем героев 10-10, 8-8, без эмблем, первые таблетки. То есть все по минимуму, одинаковая сила, чтобы никакой прибавки не было. Хорош. Рогатка реально удивляет. Даже Бигфута шатает на изи просто. Жесть. Но ПБшку я тоже думаю сейчас ушатают. ПБшка, скорее всего, даже сейчас убьется на отражалке. Просто налегке. Офигеть. Вот вам жесть, ребят. Так, куда ты поскакала? Жесть, аж подвисает. Так, окей. Хорошо. Ну, первый заряд, я думаю, вы видели. Героя я вам показывал с максималкой. И реально, блин, я что-то не могу понять, каким образом, но рогатка круче Махатмы ушатала этих двоих. Такс, окей, поехали дальше. Так, Ронина мы упускаем, все одно на потом. Ставим рогатку с огненкой, потестим. Рогатка против рогатки, думаю, будет интересно. Вольт. Анубис. И Некрос. Только поставим такую сборку. Потому что если Бигфута ушатали, я думаю, рогатка ушатает и других. Такс. Отлично, все. Выходим. Ну, вроде нормально стоят эти. Можно выпускать.
Пишите в комментах, кого вы хотите увидеть, каких еще героев, какие сборки. Интересно будет. Отражалка против СО. Что же все-таки лучше будет? Или кто первый ударит? Интересно, интересно. Смотрите, они практически... Нифига себе! Жесть, отражалка все-таки, видите? Охненько тащит. Давайте еще разок затестим. Мне просто стало самому интересно на это посмотреть. Получается, мои приспешники даже быстрее убиваются. Да, да. Офигеть. Хотя пофиг. Ушатали. 1-1 в общем. Ну, рогатка против рогатки — это трэш. Посмотрите на отхил. Так, вольт включился, но это до одного места. Здравствуй, Анубис. Мы идем к тебе. Жесть. Ну, что вы скажете? Вот это вам вроде такой, знаете, обычный герой, но он реально на PvP локациях может начудить делов реально. Он себя отхиливает благодаря приспешникам. Вот он без отражалку получает. В общем, обалденно. Сейчас он подольше, конечно, будет его бить. У нас нету смотрителей, как видите. Что на одном, что на другом аккаунте смотрителей нет. Так, вернулись. Да побежали. Вот шкодники. Так, Некрос. Ну, здравствуй. Некрос ССО. Кстати, он тут будет хилить нормально против рогатки. Потому что тут три героя. Нифига себе, посмотрите, что Некрос делает. Хорош. Вот это реально мне нравится. Неждан. Я думал, честно говоря, что рогатка ушатает. Но я смотрю, он хорошо себя хилит, потому что три цели. Он сразу по всех бьет. Вот так вот. Не все так плохо. Но рогатка тоже не сдается. Но мне кажется, все-таки Некрос затащит. Однозначно. Он получает отхил неплохой. Круто. Ну блин. Интересно, интересно. Но не могут они его убить. Мне кажется, он должен затащить. Хотя и этот хилится, наверное, ничья, скорее всего, будет, ребят. Давайте уже дождемся 26 секунд. Но я смотрю, что этот отхиливает себя все-таки нормально. Благодаря приспешникам этого хватает. Да, тут однозначно ничья. Благодаря тому, что много целей, рогатка ушатать не может. Вот так вот. Окей, поехали, следующий тест. Погрешность здесь, как видите, может быть небольшая. 2% все-таки от таблетки при нападении идет. Ну, я считаю, это по сути фигня. Так, ну, Некрос удивил. Поехали дальше. Ворожей. Афина. Ну, я думаю, он ее разберет. Афину многие герои разберут. Пишите, может, перекачаем. Огник. Вот это будет, кстати, интересно посмотреть. Махатма. Вот такой вот вариант. Поехали посмотрим, что же все-таки будет дальше. Такс. Let's go. У ворожая, как ребенка, думаю, сейчас раз. Хотя, посмотрите, какой отхил ворожая. Сейчас непонятно, непонятно. Может, даже не убьют. Так, он что-то там не дает ему приспешников. Вот один добавился, второй. Вот теперь начался трэш. Ну, ворожая не убивает. Вот так вот. Ворожая ССО себя отхиливает вполне.
Да. Да, ворожей тащит, ребят. Ворожей слить не может. Прикольненько. Неожиданные, знаете, такие результатики. Так, попробуем вот так вот закинуть, чтобы он побежал дальше на огненько следующим. Ну, Афина тут вообще изи. No comments, огник, ребят, ну видите, донатный герой пока, который себя оправдывает. Попробуем сейчас забежать сразу через огника, еще разок тест. Чтобы сразу включился, но я думаю, тут без вариантов. Тут пофиг. Даже СО пофиг. Просто налегке он ушатал многих. Я не знаю, кто огника убьет. Посмотрим. Ну, можно, конечно, сборку сделать. Но я думаю. Так, интересно, Махатма. Убьется на отражалке или нет? Да и Махатма, посмотрите. Нифига себе. Вот это камбэк. Вот так вот, ребятушки. Посмотрите, что она делает. Ну, все равно у нее постепенно, думаю, будут. Хотя, блин, нифига себе. Круто. Нереально круто. Они не успевают добежать. Видите, еще играет роль высадки. Вот сейчас, мне кажется, если мы рядом выкинем, они затащат. Они пока бегут, она их сливает. Такс, ну что ты подвисаешь? Давайте еще раз. То есть, видите, есть еще нюансы расстояния. Посмотрим. Если мы кинем рядом вот так вот. Вот тут вот. Или это не спасет? Пуфик. Абсолютно пуфик. Блин, Махатма тащит рогатку. Странно. Что, ничья прям? Да ладно, не верю. Реально какая-то жесть. А ну попробуем. Сделать наоборот. Хилит себя. Интересно. Окей, с этим разобрались. У нас, как видите, рогаточка с СО. С отражалкой, может, было бы по-другому. Так, хорошо. Хотя мы тестили против этого. Странно. Видите, насколько бывают разные ситуации. Так, окей. Поехали дальше. Так, раз. Я думаю, бугимана в такой сборке тоже они ушатают. Два. Это тоже будет, кстати, интересно посмотреть. Так, огника убираем. Ставим вот так. И тут убираем. И ставим вот так вот. И вот сборки. Поехали дальше тестить. Ну, Бугича просто на легке должны разобрать. Тут даже при том, что у него встроенная антиотражалка, это все равно фигня. Вот по 5000 он получает, но они его разберут. Ну, хотя посмотрите, он реально сейчас за счет оживы может и вытащить. Эй, куда ты побежал? Решил с двумя сразу справиться. Ладно, давайте посмотрим здесь. Интересно, интересно.
Я буду смеяться, если сейчас он назад вернется туда. Затащит этого. Хотя это вполне реально. Он сейчас утащит. Благодаря отхилу. Офигеть. Ну прикольно, прикольно, конечно. Вот все-таки надо будет сейчас потестировать одного в конце, в итоге поставить где-то с другой стороны. Потому что у меня такое чувство, за счет ожива Бугиман может шатануть. Вот посмотрите, он нормально его дамажит. Ладно, давайте дальше. Нифига себе, посмотрите, что он делает. Просто жесть. Я офигею. Что эта рогатка чудит? Офигеть. Вот это реально, ребята, офигеть. Рогатка подошла даже с мелким хп, и посмотрите, что у нас космос сейчас делает. Жесть, с пол хп просто тупо унизила космос. Unreal какой-то. Просто одни трупики валяются. Не знаю, круто. Нравятся мне такие тесты. Так, оставляем еще напоследок. А, кстати, зачем напоследок? Сейчас мы зайдем отомстим. Включайся. Сделаем вот так вот просто. Не. Так не пойдет. Однозначно рогатка лучше. Разобрал просто. Ну, с того, что вы увидели, что он сделал с розой, рогатка сделала, это, конечно, нечто. Ладно. Меняем героев. Поехали дальше. Фрея. Думаю, это будет очень интересно. Фрея у нас будет с Бастом. Немножко больше жизни. Так. Асса. Вот такой вот с Бастом. Я думаю, это его не спасет никак. Землеройка. Вот это будет интересно. И хранитель. Останется у нас еще несколько интересных героев. Поехали. Блин, нереально удивляет рогатка. Поехали. Интересно. Ух ты. Ух ты. Вот так вот. Ну почти. Ну-ка еще раз. Пробуем еще разок. Это интересно. Ух, вот так вот, 1-1. Ну давайте третий заход. То есть, как видите, кто первым сработает. Но Фрея дамажит довольно-таки не кисло. Я бы ничью даже дал. Но Фрея вот только разгоняется, он уже убивает с Бастом. Ну, как видите, наравне где-то. 2-1. Ну, я считаю, где-то наравне они. Поехали дальше. Асурик.
Асура разбирает. Вот так вот. Аса тоже хорош. Интересно. Землеройка. Включился. Вот землеройка, блин, мне нравится обалденно. Посмотрите, когда он все время заряжен, что он вытворяет. Просто тупо блокировка и пофиг. Жестко. Вот это реально жестко. Как видите, герои по-разному вообще себя проявляют. Бывают такие нежданные. Я удивляюсь. Нифига себе. Прикольненько. Хрон до свидос. Просто по красоте Хрона убрал. Ну, почти. Окей. Давайте еще. Еще разок. Мне интересно посмотреть против Асы. Очень интересно посмотреть. Тоже все-таки кого? Он дальше не дает ему заряжаться, и все. Как только Аса включился, все. Без вариантов. Вот так вот. Такс. А теперь самые интересные герои у нас остались. Седнушка. Попробуем начать с нее. Дальше. Ну, блин, стрелок сейчас нам мешать будет. Попробуем со стрелка, но Седна может дать баф. Ладно, потом определимся. Что там у нас еще такой интересный? Раз. И свалим два. Окей, интересно, интересно. Вообще герои себя по-разному все проявляют. Так, начнем со стрелка. Я сразу выкидываю, потому что когда стрелок зарядится, мало не покажется. Интересно. Стрелок по чуть-чуть орнитоптеры себя убивают. Самый большой плюс рогатки, то что ее приспешники срабатывают от атаки на рогатку. И посмотрите, что получается в итоге. Хорош. Я думаю, стрелка разберет. Кого у нас бафает Седна? Она бафает стрелка, что ли? Да, бафает стрелка, прикиньте. И стрелок все равно не так... Не, затащит сейчас под бафом, видите? Надо убирать Седну. Все-таки придется ее убрать. Мешает она очень. Она будет у нас самая последняя теперь в тестах, потому что дает баф. Поехали. Еще один тестик сделаем, подождем, чтобы стрелок зарядился. Ну тут без вариантов, посмотрите, как разбирает. Ну и Седна плюс еще хилит. Это мы забыли. Так, ну. Не, рогатка затащит. Стрелок причем топовый. Посмотрите на этот прикол. Весело, конечно. Так, ну что, командора, покажи, кто в доме батька. На отражалке, посмотрите, что делается. Не, командора должна затащить. Ну, затащила. Сейчас еще раз один тестик у нас будет. Сразу кину на командору, пусть будет стрелок. Потом мы берем и стрелка, наверное. Не, мне кажется, командора один на один сольется.
Посмотрите, даже и стрелок бьет. Интересно. Интересно, интересно. Это при стрелке такое у нас получается. В общем, стрелка и эту надо тестить в самом... И седну надо в самом последнем. В самую последнюю очередь. Потому что... Автопрокеры. Блин, мне это, конечно, нравится. Нежданчики от героев. Поехали. Ну, кто кого? Тащит? Реально тащит? Я думал, все-таки затащит. Нифига. Свалим. Это тоже, кстати, интересный бой. Кто кого? Не, все-таки свалена должна уж дать. Хотя он тоже, видите, хилится. Интересно. Да, скорее всего, здесь будет тоже ничья. И там подхил бессмысленно. Не пробивают они друг друга. Так, ну что, теперь поехали. Самое интересное. Да, вот такая вот рогатка довольно-таки интересные вещи показывает. Неожиданные причем. За счет отражалки, за счет умений. Так, убираем Минотавра. Все, пустые таблетки. Тестим последнего героя. Где ты? Вот она. Причем она без скина еще. По скину, думаю, было бы поинтереснее. Ну, поехали, последний тестик. Посмотрим, сможет ли он ее ушатать. Она себя хилит, дает себе, да? Атаку. Мне кажется. Хотя я смотрю, она очень-очень хорошо проседает. Но она себя отхиливает. Вряд ли. Вряд ли, вряд ли. Отхила больше, чем урона получается. Да, она себя хилит. Тоже ничья. Хоть и трое бьют, они ее ушатать. Ну, постепенно, возможно, но времени не хватит. Время 3 минуты ограниченное, без вариантов. Вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Жмите репостики, участвуйте в конкурсах. Пишите, что вам нравится, не нравится. Всем удачи, всем пока.